Слава тебе, Боже, да слава тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 26 января, память святого Иосифа Солунского. Святой Иосиф, архиепископ Солунский, брат преподобного Феодора Студита. Вместе с ним с юных лет подвязался под руководством дяди своего преподобного Платона, основавшего монастырь в Сакудионе. Вместе с братом своим святой Иосиф изобличал незаконное бракосочетание императора Константина IV Парфирородного, царство 780 по 97 год. Предаваясь излишеству, страстях и любодейству, он силой постриг свою супругу Марию в иночество и вместо нее взял себе другую жену Феодотию, которая приходилась родственницей его отцу. Приведенный в Константинополь, он был томлен голодом и, наконец, послан в заточение на бесплодный остров, где брошен был в темницу. Император Михаил Куропалат позволил Иосифу возвратиться из заточения при Льве Армянине. Святой Иосиф претерпел гонение за иконопочитание. Подверг его вместе с его братом Федором Студитом пыткам и потом заключил его в темницу. Через несколько времени царь потребовал, чтобы они подписались под иконоборным исповеданием веры. Иосиф отказался, и его бросили в другую смрадную темницу. Впоследствии Михаил Косноязычный освободил вместе с прочими иноками, пострадавшими за иконопочитание, и Иосифа. Святой Иосиф с миром скончался в студийской обители, где провел последние годы своей жизни. Святой Иосиф, архиепископ Солунский, скончался в 830 году. После него осталось несколько слов, из коих особенно замечательно слово на воздвижение честного креста Господня. Более же всего Иосиф известен как песнописец. По спискам Триодия XI века имя Иосифа стоит над теми из двух дневных трипесницев постной Триодии, которая занимает первое место, исключая трипесницы Страстной Седмицы. Ему же принадлежат некоторые стихиры на эти дни. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.